Так, всем здравствуйте. Сегодня вот хочу я снять видео и рассказать, чем я кормлю своих кур в зимний период, чтобы они хорошо неслись. Вот у меня здесь где-то 35 кур. Здесь у меня Хайсекс Уайт. Трехлетки, в январе им как раз 3 года. Несутся отлично. Так, Хайсекс годовалые где-то штук 5. Потом русская белая плюс ликбар я выводил. Несет зеленые яички. Там не помню сколько, штук 10, может 15. В общем, где-то около 35 кур. И петухи, вот ликбар. Котляревская с ними ходит. И черная бородатая, бракованный по окрасу. Черно-рыжий такой петух, вот он, с курицей. Щепенец. Так, что нужно для хорошей яйценоскости? Первое, это достаточно количество света курам. У меня горит где-то 16 часов в сутки горит свет. Если не будет света, куры нестись не будут. Так, достаточное количество белка. Я вот кормлю сейчас тульский ПК-1, ну, где-то 1/4 часть, 1/4 ячмень, 1/4 пшеницу, овес, кукурузу. Вот так вот все домешаю, добавляю. Плюс для достаточного количества белка я вот покупаю сыр, брикет по 10 килограмм. Вот такой вот, сейчас вывалил, им едят. Моцарелла. Коробки по 10 килограмм, 6 рублей за килограмм. То есть 60 рублей коробка с этого, с молочного завода привозит мне. Вот каждый день этот сыр даю. Несутся отлично, но белка хватает. Плюс нужен им кальций, чтобы скорлупка была хорошая, прочная. В виде кальция я даю им мел. Тоже мешаю вот с комбикормом каждый день. Я вот ведро им замешиваю, ведро им хватает где-то на 2 дня. Вот в эту кормушку высыпаю. Также мне люди, которые берут у меня пищевое яйцо, когда им за яйцами приезжают, дают мне эту скорлупку от яиц. Я им все время даю. Песок стоит у них в чашке. И ракушка морская. Тоже постоянно стоит. И вот, если это все соблюдено, куры отлично несутся. Вот от этого творога яйца очень крупные несут. Практически без перебоев. Вот у них было, наверное, месяц назад, они 2 недели так по 1-2 яичка. А сейчас тонус, в общем, от 35 кур где-то 26-27 яиц. Также у меня вот котляревские. Там не видно. Жерсийские гиганты, корольки. Вот эти все яйца идут от хайсексов, от котляревских на продажу у меня. Жерсийские гиганты. У меня молодняк еще не несется. А от русских корольков я ем. У меня курочек там штучек 20, наверное. Они несут мелкие яички. Вот эти мы сами едим. Яйца очень вкусные. Так, стелю я им зерноотходы. Покупаю. У нас продаются 100 рублей. Большой мешок, там где-то около 30 килограмм. Такой набитый. Но его мне хватает где-то вот здесь стелить. Недели на 2, на 3. Вот я им подсыпаю постоянно. У них сухо от зерноотходов. Плюс там это, в зерноотходах еще кусочки пшеницы, там зернышки. Гречка, горох. Вот они все убирают, ходят еще. Вот так вот. Пою. Стоит у них 18-литровое ведро. Поилку сейчас убрал. Текут зимой все, ниппельные. Затапливает. Вот наливаю 18 литров. Им тоже на 2 дня хватает. Так, вот яички. Это как раз коричневое, которое такое с оттенком. Это от русской черной бородатой. Два вот этих зелененьких. Это русская белая, пусть. Это плюс ликбар, помеси.
Так, вот это все Hisex снесли. Сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 10 штучек уже сегодня с утра снесли. Так вот. Вот если это все соблюдать, свет, вода, питание хорошее, то будет хорошая яйценоскость у кур. Вот видно, у них гребешки прям красные, налитые такие. То, что у них, значит, все хватает витаминов. У меня еще курочка есть. Легбар с руканом помесь. Он тоже несет зеленые яички, такая серенькая. Так вот. Ну, на этом все. А, также даю им от сена, где сено у меня хранится, там этот такой отсев остается, как труха. Вот я им постоянно тоже насыпаю прям в кормушку, они ее съедают, как витамины. И вешаю еще, когда кроликом еду, ветки лапника, ну, это елки. Они тоже их обклевывают зимой, витамины. И раз где-то неделю варю, когда там накопится, там очистки, 20-литровую кастрюлю, там картошки, очистки, там от кабачков, от моркови, от всего, там с этими, с каким-нибудь жиром там свиным, или с эти, со шкурами, или с кишками там, от кроликов, от индюшек там, вот так вот, едят, вот сварю где-то на 2-3 дня, им хватает, едят хорошо, вот такие вот курочки. Петушки, где тут ходят легбары. Яйцо как бы разбирают все, что они несут. Вот все, что они сносят, я продаю. Идет на продажу. Продаю по 100 рублей десяток. Там вне зависимости. Там я отбираю крупные, мелкие, все подряд продаю. Вот так вот. И получается, как бы они себя корм. Ну, корм окупают полностью. Себя, всех остальных кур, там индюшек кормят, куры. Может быть, даже и кроликов. Ну, в среднем, в общем, если по 30 яиц в день взять, 7-210 яиц, 200, ну да, не всех, конечно, покупают, у меня на корма уходит.